уже как-то поехать дальше, именно вперед. У всех бывают срывы. Из тех, кто здесь катается, я даже и не знаю, про кого сказать, что у него не было срывов. Надо это всегда отчетливо понимать. Джереми Эбботт под музыку Сен-Санса. Тоже ведь на NHK Trophy был пятым, на Skate Canada первым. И вот он в финале. Thank you.
Молодец, Джереми Эбботт. Решился на максимальное количество элементов в своей программе, на максимальный уровень. Пусть в чем-то и не преуспел, как в том четверном, но зато все остальное. Ну, такой обратный результат, как у Вернера. Вернер прыгнул только четверной и ничего более, а Джереми Эбботт не прыгнул четверной, но зато все остальное отпрыгал. Давайте посмотрим. Он был близок, конечно, к завершению этого элемента. И дело здесь не в том, что он его не выкручивает по оси. Это правильное положение и уже не может выехать этот элемент. А так-то, конечно, ему хватает оборотов на четверном. Тройной аксель с тройным тулупом прыгнул. Здесь на ваших экранах Луц. Луц меньше докручивает, чем четверной. С тройным тулупом и двойным Ридбергером прыгает Луц. И, конечно же, получит за это не меньше, чем за четверной, который он мог бы прыгнуть. Хвалит его Юка Сато своими аплодисментами за то, что катается до конца и не сдается. 158 баллов. Молодчина. В прошлом году на финале Гран-при он получил 159 баллов. Это был его лучший результат и победный результат. Тогда он выиграл и у Вейра, и у Кадзуки, и у Вернера, и у Чена.